Всем привет! Сегодня у нас на обзоре новая NFT-игра под названием Buggy Money. А перед началом этого ролика хочу порекомендовать наш телеграм-канал про инвестиции в криптовалюту, новости NFT-игр, фарминг, стейкинг и многое другое, ссылка на него будет в описании под видео. Что же из себя представляет игра Buggy Money? Игра построена на сети Binance Smart Chain и создана по образу всем известных покемонов. В ней вам нужно будет купить своего покемона и отправлять его в бой с другими покемонами, добывать игровые токены с помощью стейкинга, а также есть возможность скрещивать их с другими покемонами, чтобы получать новых. На данный момент игра находится на стадии пресейла и в скором времени выйдет PvP режим. Уже сейчас можно купить своего покемона всего лишь за $28 и начать играть. Для начала игры вам понадобится реферальный код, его получить можете в описании под этим видео, я приложу свой. Для этого вам нужно будет его ввести вот в это поле, иначе вас просто не будет пускать в игру, это условие разработчиков. Давайте же перейдем к самой игре и купим своего первого покемона, а также откроем и посмотрим, кто нам выпадет. Для этого нам нужно нажать на кнопку Presale, после чего нам предложат купить вот такой вот покебол. При покупке трех действует скидка, и вы их можете купить всего лишь за $20 за штуку. Если же вы покупаете одного, то вы заплатите $28. На данный момент скидка работает только на пресейле. Далее покемоны будут продаваться на маркете и уже будут дороже. Давайте же подтвердим и купим свой первый покебол. Итак, вот я купил свой покебол, и сейчас я его могу открыть. Нажимаем кнопку Open. Также подтверждаем транзакцию в MetaMask. И после подтверждения мы можем посмотреть, какой покемон нам выпал. Вот у него две звезды. Это не очень хорошо, но и в принципе не сильно плохо. Это боевой покемон. Дальше мы разберем пока, как можно их стейкать. Сейчас мы можем посмотреть характеристики нашего покемона. А также, как видите, по поводу прокачки я расскажу чуть позже. А сейчас мы можем отправить его в стейкинг, чтобы он уже добывал токены НКГ до запуска игры и уже себя окупал. Пусть медленно, но это все же лучше, чем просто ждать запуска игры. Как вы видите, так выглядит сама игра. Тут будет и арена, и прочие бонусы, которые пока что еще не запустились или работают не полностью. Ну и также вот мы можем отправить нашего покемона в стейкинг, чтобы он уже приносил доход в токенах. Итак, после отправки его в стейкинг и подтверждения в транзакции MetaMask, мы отправили его на добычу токенов НКГ. Итак, прошли сутки, и давайте посмотрим, сколько токенов он нам намайнил. На данный момент он намайнил 263 токена, я их могу заклеймить, но сейчас этого делать не буду, так как нет смысла, еще буду их собирать и прокачивать своего персонажа. И давайте перейдем на PancakeSwap и посмотрим стоимость токена. По итогу у нас там было 263 токена, 40 центов почти он нам принес за одни сутки. Учтите, что это пока что просто стейкинг ваших героев, то есть это не основная игра, но как бы неплохой бонус до запуска основного режима боев. Также будет маркетплейс, на котором вы сможете продавать, пока что он недоступен, в случае чего просто сможете продать своего персонажа. И на данный момент я вывел своего героя из стейкинга, чтобы также разобрать прокачку уровней. Давайте нажмем на него и посмотрим. С каждым уровнем он становится все сильнее, соответственно нажимаем Level Up, и для прокачки нам нужно 40 тысяч токенов НКГ, после чего он перейдет на другой уровень и станет гораздо сильнее, чем сейчас. Соответственно, чем он у вас сильнее, чем у нас больше прокачан, соответственно, тем больше боев он будет выигрывать и получать токенов. Пока что режим боев, как я и говорил, недоступен, но в ближайшем времени его должны запустить. Думаю, вход в игру пока что небольшой, и в принципе, если ждать основной игры, запуска, войти сейчас по такой цене довольно неплохо, но вы решайте сами. А на этом все, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, всем пока!